В Ленинском районе осудили квартирного вора. Причем мужчина обчистил жилье своего знакомого. Ключи выпали из кармана товарища, а злоумышленник их взял и пришел в гости, когда дома никого не было. Эта запись стала главной уликой в материалах дела о квартирной краже. Вот осужденный заходит в подъезд. Из квартиры знакомого он забрал ноутбук стоимостью 7 тысяч рублей. Выяснилось, мужчины познакомились на рынке, где распивали алкоголь. Там у пострадавшего выпали ключи от квартиры. Товарищ это увидел, взял их, а потом проводил собутыльника до дома. Таким образом, он и узнал его адрес, а потом вернулся, чтобы совершить кражу. 42-летнего квартирного вора приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком в 2 года.